меня слушай. Все втроем еще хочу. Смотри, смотри, смотри. Пошла. Опа. Для того, чтобы ярко открыть наш фестиваль, я хотел бы пригласить на сцену друзей нашего праздника. Хоккейный клуб «Торпедо» в лице капитана команды Алексея Потапова! Есть ли у нас поклонники хоккея? Пошумим! А есть ли у нас болельщики «Торпедо»? Пошумим! Вообще, хоккеистам можно пить пиво? Всех приветствую, добрый день, поздравляю вас с праздником, всем хорошего настроения. И я от себя хочу сказать, что, отвечая на этот вопрос, хоккеист может себе позволить выпить пиво, но не так часто. Это в конце трудовой недели, сидя где-то в деревне после бани или на рыбалке. Но если мы себе позволим выпить лишнюю кружку пива в сезоне, то это может сказаться на результате и, соответственно, на вашем настроении. Поэтому злоупотреблять с этим делом не стоит. Ну, Лёш, давай пожелаем еще раз всем хорошего дня, хорошего настроения, хорошего праздника. Отрывайтесь, сегодня ваш день. Ура! Встречайте команду черлидеров хоккейного клуба «Торпедо».
Леша, скажи пару слов человеку, который тоже играет в хоккей. Да, на самом деле я очень боялся, что меня вызовут, и я на чекане меньше, чем Евгений, потому что это не так-то и просто, как кажется со стороны. Поздравляю победителя, а вам хочу пожелать еще раз хорошего настроения. Болейте за Торпедо, всего хорошего. Поехали! You